Есть ли коррупционные схемы в поставках американского угля? Ряд СМИ сообщили, что ГПУ проверяет, не нагрел ли руки министр инфраструктуры на доставке антрацита. И чья компания в итоге выиграла многомиллионный тендер. Наши корреспонденты выясняли подробности дела. Вот так по-праздничному трогательно встречали 5 дней назад в порту Южный первую партию американского черного золота. Эти 63 тысячи тонн угля прибыли в Украину из американского Балтимора. Всего до конца года страна закупит 700 тысяч тонн импортного антрацита. Самое поставление угля из Соединенных Штатов, из других стран света, это ключ до независимости. В порту министр инфраструктуры диверсификацию поставок называет главным достижением. Устраивает всех и цена антрацита. То есть текущие поставки оплачиваются по цене $113 в порту. Без перевалки, без транспорта по Украине. НДС не платится. То есть $113 США. Дорого или дешево? Да, это дороже, чем на европейских биржах. Но профильное министерство заявило, в контрактах США нет коррупции. В документах, может, и нет. Но означает ли это, что никто не нагрелся на дефицитном угле марки А? И в чем сомневается ГПУ? На днях ряд СМИ опубликовало громкую информацию. Якобы ГПУ расследует причастность министра Амеляна к коррупции на перевалке американского угля. По данным СМИ, Министерство инфраструктуры не обеспечило участие государственного предприятия «Морской торговый порт Южный» в тендере на перевалку американского угля, чем создало условия для победы компании-посредника, у которой тариф в 2 раза больше, чем у Южного. Это привело к удорожанию 2,5 миллионов тонн угля на $12,500. В Генпрокуратуре заинтересовались, почему госкомпании не дали принять участие в многомиллионном тендере и как на это мог повлиять министр. Возможную причастность Амеляна к удорожанию импортного угля в ГПУ уже проверяют. Александр Котов, подробности, телеканал «Интер».